Друзья, ну а перед просмотром данного видео я бы вам хотел порекомендовать уже ранее знакомый канал под названием Карабас for ETS. На этом канале проходят стримы по игре Euro Truck Simulator 2 и, что самое интересное, по платным картам на собственных автомобилях, которые доступны для скачивания всем подписчикам канала. А также, плюс ко всему, на канале проходят стримы по собственным картам Республики Таджикистан и Волгограда. Так что, ребята, переходите по ссылке в описании, забирайте прикольные приватные тачки и посмотрите на не менее интересные карты. Ссылочка в описании. Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на мое новенькое видео по игре Euro Truck Simulator 2. Ребята, продолжается мое путешествие по Русмапу. Как вы знаете, в прошлой серии я катался на Мазике, либо на Мазу, либо на Мазе, называйте его как хотите. В общем-то, достаточно интересный рейс у нас получился. Если вы этот ролик не видели, то обязательно, ребята, советую посмотреть. Но сегодня, ребята, мы с вами отправимся уже наконец-таки обратно в Россию. Позадержался немножко в Беларуси. Как видите, у нас новая машина. Это Mercedes-Benz Actros MP4. 450 лошадиных сил у нее двигатель. В простой, самой, наверное, простой комплектации, которая только может быть у Мерседеса. То есть это низкая кабина, ну и, соответственно, самый-самый-самый простой салон. Откуда и куда, ребята, мы сегодня с вами поедем? Мы поедем из города Могилев. Я, в общем-то, добрался до этого города, поменял, соответственно, машину. И, в общем-то, думаю, что нам уже пора выдвигаться обратно в Россию. Тут как раз-таки у нас появился рейс на город Клин. Но навигатор показывает прям идеальный просто маршрут на 556 километров. То есть это вот прям, ну, просто идеальнейшая система, чтобы для видео это все дело проехать целиком. Но я поеду немного другим маршрутом, чтобы просто-напросто не дублировать то же самое, что мы с вами проезжали раньше, да. То есть я понимаю, что здесь, конечно, быстрее у нас получится все, и мы быстрее доедем, и, в принципе, вроде как раньше груз привезем. Но я поеду через вот эту трассу, через город Юхнов. Соответственно, мы дойдем до Смоленска, потом после Смоленска повернем направо, и через Юхнов, через Обнинск мы уже обойдем Москву справа, ее оставим и приедем в город Клин. Почему именно так? Опять же повторюсь, мы просто по этой трассе уже, ребят, с вами ездили, когда ехали, соответственно, в Беларусь, и снимать то же самое здесь просто-напросто не очень сильно охота. Ну и плюс ко всему, у нас сегодня, ребят, с вами будет ночной рейс, можно так сказать, потому что загрузили поздно. Время я уже не стал отматывать, и поэтому вот заехал тут на Mercedes-Benz Center. Немножечко нам провели ТОшечку на машинке, как бы, да, все хорошо, все классно. То есть, ну вот так вот машинка у нас выглядит внутри. То есть, несмотря на то, что низкая кабина, здесь две спалочки, то есть хорошо, прям вообще просто идеально. Итак, запускаемся, я думаю. Сразу включаем ближний свет фар, включаем сразу драйв, и давайте там, наверное, чтобы у нас было видно круиз-контроль. Так, ну что, включаем радио, допустим, GoPFM, и потихонечку отъезжаем, ребятки. Ой, как далеко тут навигатор, он такой маленький. С моим, конечно, зрением на минус там, ну сколько у меня, 7 или 0,5, я уже не помню. Конечно, хреновасто все это видно, ну да ладно. Так, здесь мы будем уходить направо. Слева никого нет, там газелька хлебовозка, но я думаю, она там перестроится и не особо обидится, если мы правую полосу займем. Покидаем мы город Могилев. И Беларусь в целом будем покидать. Спасибо огромное за гостеприимство. Спасибо, ребята, огромное, то, что в комментариях вы прям так активно поддержали перепись населения. Кажется, столько много зрителей из Беларуси. Я вообще, ну, офигел на самом деле. Очень приятно, ребят. Спасибо всем большое, что смотрите. Ну, вообще, что подписаны в целом. И, кстати, что самое интересное, я прям вообще не ожидал это увидеть. Мне в комментариях, кстати, пишут еще и ребята, которые работают в отеле. То есть вот прицеп, который я таскаю за собой, отеловский. То есть, ну, я как бы не стараюсь там что-то роллиплей там. Да, мне просто нравится этот тонар, мне просто нравится этот прицеп, почему бы с ним не поездить. И, соответственно, вот меняю машинки и катаюсь в зависимости от того, куда вы меня отправите. То есть вы своего рода мои такие диспетчеры. И мне пишут ребята с АТЛ в комментариях, то, что они смотрят ролики, они там типа как-то совершенно случайно на канал попали по рекомендациям. И, ребята, вам тоже, мужики, отдельный привет, спасибо вам огромное за то, что вот, несмотря на то, что каждый день вы наблюдаете эту картину в реальной жизни, так еще и вечером просто эти ролики смотрят. Смотрите, там, я не знаю, перед сном, либо наоборот для того, чтобы уснуть. Ну, вообще, красавчики, прям удивили на самом деле, очень-очень приятно. Так, здесь нам нужно выполнить левый поворот, знак стоп, обязательная остановка нам здесь нужна. Так, ну здесь, конечно, немножечко такая неудачное расположение поворота. Ладно, все вроде хорошо. Так, выходим на трассу, и, как я понимаю, дальше у нас только впереди граница, в принципе, и больше у нас
никаких там таких сверхъестественных вещей нету. Так, а круиз у нас отображается немножко там в другом месте. Снизу он у нас там 80 поставим. А, и вот так вот скоро сделаем, чтобы было видно. Блин, классный мерз, кстати, ребят, это переделка от Шуми. Ссылку на нее я оставлю также в описании. Кстати, также хочу еще сказать огромное спасибо подписчикам. Если кто, ребята, подписан на группу канала ВКонтакте, если вы этого не сделали до сих пор, то прям вот советую перейти по ссылочке в описании, обязательно подписаться. Там перво-наперво все новости выходят по игре именно там, а потом я уже это все как-то освещаю на Ютубе. В общем, написал я пост о том, у кого есть вот эти лишние звездочки. Это самая последняя звездочка, которая давалась за новогодний ивент. Она давалась за 24 плюс доставок. То есть, если вы делаете 24 доставки новогодних призов, вам вот эта звездочка в салон падает. Я ленивая жопа, я сделал 13, по-моему, и мне дали только предпоследнюю. То есть, последнюю звездочку мне не дали. Я начал охотиться за ней в Стиме, но там какие-то просто нереальные цены на нее были. Там по 200 рублей, по 100 рублей. Ну, были, конечно, по 70, по 80, но я сглупил, на самом деле. Надо было сразу в тот момент покупать, пока вот сбрасывали по бросовой просто реально цене. И я думал, что ну вот, там сейчас позаходят, посмотрят, там мало ли, кому не понравится, начнут продавать. И потом в итоге цена поднялась уже там и до почти 280 рублей. Короче, ладно. Кинул я клич в группе канала ВКонтакте, у кого вот эти звездочки есть. Я не собирался там их коллекционировать как-то на полную, хотя бы просто по одной собрать, что для Америки, что для Европы. И, в общем-то, предложил ребятам сделку. То есть, у кого есть эта звездочка, мне написали. Вот, одна звездочка у меня, в общем-то, приобрелась за 100 рублей. То есть, я дал человеку шанс еще и заработать, плюс ко всему, какие-никакие деньги с этого вывести. Потому что, ну, не знаю, по-любому он бы, конечно, продал там за 250, за 280 рублей. Но когда бы это случилось, это просто неизвестно. Но это может месяцами висеть, и какая-нибудь горячая голова, конечно, зайдет и купит, кому надо, кого прижмет, да? Но так, как бы, вот, человек, пожалуйста, сразу заработал денежку. Прикольно, на самом-то деле. То есть, и вот так вот у меня появилась вот эта звезда для Америки, по-моему, сначала. А для Евротрака я все-таки, по-моему, ее потом купил. Или мне тоже кто-то дал. Вот этого я уже не помню, но, по-моему, я ее покупал. Тоже за какие-то там деньги я ее брал. Не помню уже, если честно. Да, и вот так вот, ребята, собираю. Ну, конечно, как бы это все такое, как бы, знаете, вот эти все висючки там, звездочки, вот это ненужный хлам для многих. Ну, не знаю, я просто уже у себя так условился, что у меня все DLC будут для Евротрака, все DLC будут для Американ Трака, и вот, все возможные плюшки, которые будут даваться с ивентов, они вот в моем инвентаре стимовском тоже будут лежать. То есть, ну, это чисто уже такое, знаете, собирательство идет. Так, дружище, я, конечно, понимаю, что ты торопишься там, под зеленый проезжаешь, ой, под моргающий проезжаешь, но под фуру нырять это дело, конечно, такое. Блин, какие тяжелые шпроты у нас, ребята. У нас там груз-то всего 17 тонн, а 450 коней вообще не справляется. Не смотрите на то, что у меня там немножко прицеп подбит. Это вот после того ДТП в Минске. Мне кажется, там нашлись скрытые повреждения. Но вроде там ничего, так подтянули нормально. На стяжечках поедет. Куда же без стяжечек? У нас все на стяжках держится. Так. Оттормаживаемся. А, отлично, прям как в автошколе. Под самую линию подъехал. Пока как-то по Мерседесу, ребят, ничего сказать не могу. Только выехал в рейс, как говорится, да, он там 52 километра всего машину проехала подо мной. Поэтому как-то я ничего ровно еще там сказать не могу. Но так, конечно, да, реворк неплохой. То есть здесь есть некоторые детали, которые на дефолте не предусмотрены, да. То есть здесь вот, пожалуйста, все это есть. Ну и сам салон как-то он более реалистично здесь смотрится. То есть я не скажу, что он прям плохой в дефолте. Но, в принципе, и здесь он стал еще лучше. Он как-то более-менее реалистично смотрится, по крайней мере. Ну и бортовой компьютер здесь, естественно, другой. То есть полностью переделанный, новый. И прям вот приятно ездить и осознавать то, что у тебя вот такой более-менее современный Mercedes. Звуки от EVR, если что. То есть вы все прекрасно знаете. У меня на канале там целый цикл роликов выходил, где я EVR-овские звуки прослушивал, так скажем. От них я в полном восторге, вот совершенно спокойно катаюсь, прям вот вообще хорошо. Несмотря на то, что это мод, он для мода все равно этот звук адаптирован. То есть там отдельный архивчик, Шуми так и называется, и все работает без проблем. Так, поворачиваем на Смоленск-Москва. На магистраль выходим, у нас там совсем скоро, наверное, уже будет граница, там пункты оплаты.
Давай, Мерседес, давай, 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 дорогой. Эти уродские выезды старые, еще евротраковские, эти полосы разгона, это толком нету. До Смоленска 112 километров. Неплохо. Мы просто здесь тоже на педальку встаем, ставим 90. Я думаю, здесь, в принципе, нам ничего не будет мешать ехать с такой скоростью. Тем более уже вечереет. Я вообще, если честно, как бы не особо люблю ездить по ночам. Особенно, когда видео записываю, да. То есть, ну, там, сам-то там, может быть, когда-нибудь и прокачусь. Ну, либо в мультиплеере, там выбора просто-напросто нет. А так вот, чтобы на видео ночью записывать, ну, не знаю, как бы я все-таки глазами любуюсь, да, и как бы смотреть на темноту, ну, не знаю, такое себе. А тут что-то прям так, знаете, захотелось ночной рейс выполнить, до Москвы проброситься, там, 600 километров проехать. Надеюсь, ребят, вам это тоже понравится. Кстати, я забыл пожелать всем приятного аппетита, если кто там кушает. Извините, ребята, что забыл. Приятного вам аппетита. Какие же приятные звуки у него, а? Вот ЕВР, конечно, да. Потихонечку так все колотит. Прям все под себя можно настроить без каких-либо проблем. Оттормаживаемся. Ну-ка. Тормоз с двигателем даже работает. Так, здесь, наверное, мы уйдем в правую дверь. Где он, бочка эта проехала. Так. Я надеюсь, когда-нибудь будет реворк какой-нибудь вот этих границ. То есть, где уже добавят вот эту полноценную новую систему прохождения границ. То есть, где у тебя там паспортные контроли всякие, прочее, прочее, прочее. А не где ты просто там платный терминал проходишь и все, и зашел без каких-либо проблем. Это уже как-то немножко по-детски, на самом деле, вот эти все границы выглядят. В сравнении там с тем, что в Турции, в той же самой наворотили. Я не говорю, конечно, что там надо повторять все как в Турции. Но, не знаю, хотя бы можно как в Балтике сделать границы. Там они тоже очень хорошо реализованы. Я не думаю, что это сложно повторить. Так, не будем за совком вставать. Наверное, мы здесь с вами пройдем контроль. Итак, ребят, ну что ж, отправляемся дальше. Тут немножечко меня отвлекли, загнали, так скажем, на небольшой контроль. Но, в принципе, все хорошо, у нас все в порядке. Просто продукты везем и, соответственно, там немножечко попросили предъявить, так скажем. Ну ладно, едем дальше, проблем у нас никаких нет, все хорошо. Документы все на руках, все в порядке. Добро пожаловать в Россию, добро пожаловать домой, друзья. Ну, до дома, конечно, мне еще далеко. Я, конечно, не уверен, что когда-либо здесь вообще в Евротраке мой родной город Омск появится. Ну, хрен знает, я не знаю, сколько надо вообще сил и времени потратить на это. Ладно, отправляемся, едем, ребятки. У нас уже вечереет так достаточно сильно. Времени, кстати, что там, 5:30, и уже темно. То есть, ну, как бы зима, ребят, чего вы хотели. Зимой всегда темнеет рано, поэтому нужно быть к этому готовым. Ну, еще заодно вышел там фарки, немножко протер, так что, в принципе, все нормально. Так, дальше у нас Смоленск идет, и после Смоленска мы там, ребят, с вами спускаемся вниз. И уже валим по той дороге, которая там Юхнов, т.д. и т.п. Хотя, в принципе, ночью, мы же будем ехать ночью, я думаю, может, как-нибудь в другой раз мы тогда, наверное, с вами по той дороге проедем. Да, наверное, это будет, ребят, правильным решением. Давайте мы, наверное, все-таки будем придерживаться основного маршрута, то есть мы поедем через, опять же, Вязьму, ну, через тот же самый маршрут, на котором мы с вами ехали уже ранее. То есть просто мы же будем с вами ехать ночью, и поэтому, как бы, я думаю, что особо нового мы там ничего не увидим. Ну а там уже в следующий раз, если нас судьба, мало ли, реально отправят там в Смоленск, не знаю, сначала там, может, вы меня куда-нибудь отправите в Москву, либо там в Саратов вообще куда-нибудь, а потом с Саратова меня забросите обратно сюда, то есть и мы уже по той дороге с вами пройдем. Я думаю, так все-таки будет правильнее, потому что ночью там вряд ли что увидишь. Такая красивая подсветочка, рыжеватая, на Мерседесе. Интересно выглядит. Ну, я бы, не знаю, белую какую-нибудь бы поставил. Но если она здесь установлена, значит, она, в принципе, в реале, наверное, такая же, я думаю. Капец, ешь 90, и вообще не чувствуется. То есть я привык уже на мазе там ездил, я в последний раз. Ты там можешь полдня реально разгоняться, и он там еле-еле-еле до 90 дойдет.
А тут вот прям вообще просто топнул, на круиз поставил, все, машина 90 идет без каких-либо проблем. Беларусь на Ниве тут заерзал немного. Они бы хоть аварийку, суки, включали, когда стоят в левой полосе. Тут просто пожарка стоит и все. Имеется в виду не аварийку, там, а знаки аварийных остановок бы хотя бы какие-то ставили. А то так шибануть-то их вообще не дурно будет. Дурное дело не хитрое. На Ленина дороге знак был. Урчит так Мерседес, вообще красавчик просто. Так, ну что, Смоленск у нас остается справа, все никак я в этот город заехать не могу. Жителям Смоленска огромный привет, ребята, кто есть из этого города, пишите в комментариях. Как-нибудь обязательно к вам заедем. Но так пока мимо, просто все проходим, проходим, проходим. Все окольными путями вас объезжаем. Так, а, ну да, я здесь условился, что тут я, в принципе, буду прямо, если что, проезжать. То есть тут как бы, да, представим, что, типа, все нормально, то есть это просто какой-то узкий мост. Ну, блин, эти старые евротракские префабы, это, конечно, вообще кончелыжное, просто говно уже, от которого давно пора избавляться. Братишка на Ивеко тут что-то решил маневрами заняться. Перестроимся обратно, отлично. Кстати, что у нас по расходу? О, снег пошел, ребята. Представляете, что? Снег пошел. Вот это да. 100 лет я снега не ждал. И снег пошел. Офигеть. Вот что значит везуха, потому что у меня там вероятность выпадения осадков, она на самый-самый-самый минимум выставлена. То есть практически даже, грубо говоря, выключена. Да, в снег я давненько не катался, давненько. Конечно, такой снег мокрый. Нельзя его назвать полноценным снегом, все-таки мокрый снег. Но все равно. Зацепили мы его немножко. Нужно быть предельно аккуратным, сейчас на дороге скользко. Вон пыль какая из-под машин летит. Уф, 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 уф. Аккуратно. И вот опять, вот просто знак стоит и все. Ни аварийку, сука, не включили, ничего. Че за идиоты, а? Я сказал горбатый. Вот это да, нихера пыль какая из-под машин летит. Я в шоке. Ярцево. Мы здесь уже с вами тоже опять же были. Из-под меня там вообще трындец просто. Такой туман целый. Проходим поселок Ярцево. Ни магнитов, ни пятерочек, ничего тут нету. Значит, это не настоящая русская деревня. А, красно-белого нету здесь еще. О. Кафе Тормоз. Помню такое. Все стоят отдыхают, а мы днем отдыхали. И, соответственно, ночью вот ребята с вами едем. Ну как ночью? Время-то еще, в принципе, детское, 7 часов. Думаю, к ночи мы доберемся. Как раз откроется там у нас кольцевая. Немножечко мы ее там цепанем, прям совсем-совсем чуть-чуть. И сойдем на клин. Че это? Пустая платформа, что ли, едет? Прям даже сначала не разобрал, что это такое. Ползет впереди меня. Проходим Ярцево. Можем потихонечку ускоряться. Ветер у нас с правой стороны. Видите, да, как правое окно закидывает? С левой стороны нет такого. Отлично. Так, ну я думаю, мы можем... А, ну он сам ушел. Спасибо тебе огромное, братишка. Опять же на Ивеко. Красавчик. Подвинулся прям так вовремя.
Я думаю, мы тоже направо уйдем. Отлично, самое время, чтобы позвонить. Так, 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 так. Блин, 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 блин. Навигация меня немножко запутала. Ох, вот это поворот. Хера себе. Это, блин, повороты. Я думал, в Германии чехи только такой херней раньше страдали. Повороты такие делали острые, которые на скорости вообще невозможно проходить. Ну, пока ползем, ребят, все хорошо. Дорогу держит неплохо. Звуки такие приятные. Откуда-то снизу они идут. То есть, если в хороших наушниках слушать, прям вот где-то вот такое ощущение справа снизу, как будто где-то оттуда звук идет. То есть, в принципе, как оно в реале есть. 8 часов уже у нас, ребятки. На стоянку даже никто и не собирается заезжать, по ходу дела. Там какой-то бродяга решил подзаправиться, стекловоз. Ну, мы едем дальше, нам расслабляться нельзя. Так, здесь у нас что, правее нам надо будет держаться, левее? На Москву мы идем. Налево уходить. Ай-яй-яй-яй-яй. Клязьма у нас тут остается, да? Ну, уже где-то вот такие подмосковные названия городов идут. Клязьма. Совсем-совсем чуть-чуть нам еще, ребята, осталось такой небольшой. Ну, как даже ночным рейсом не назвать, просто вечерняя такая доставка. Но что-то легко мы с вами промахнули, уже 300 километров, там нам совсем чуть-чуть осталось. Маршрут там вообще был на 500 изначально, то есть, да, если без перестройки маршрута, он был на 500. Право на Ржев у нас пошла дорога. То есть мы уже 300 с вами проехали на МАЗе. Если бы я это расстояние ехал, я не знаю, я бы, наверное, перематерился весь, переругался уже в хлам просто совсем. Что только бы видел здесь у себя под руками, все бы это разбивал. Так, ты у нас, братишка, тоже решил дорогу уступить. Я попробую все-таки тебя опередить. Ocean Solution Group. Капец, стоянки вообще пустые. Вот это как бы немножко упущение Евротрака, я считаю. В Американ Траке такая же херня. Вечером стоянки пустые, они всегда пустые. То есть мне как бы, ну, по логике казалось, что по ночам, там, вечером, ну, стоянки должны быть полными. И чтобы там места совсем-совсем-совсем чуть-чуть было в случае чего, чтобы, типа, где даже припарковаться там, грубо говоря, негде было, да? А тут они вот, пожалуйста, все пустые, как бы, ну, немножко это нереалистично. Развалился прицеп там у чувака, ну бывает. Ну, ветер поменялся теперь в лоб. Или сзади откуда-то бьет. Сзади, по-моему, да? Да, сзади немножко таким под уклоном летят снежинки. Ну прям, слушайте, распогодилось по снегу, я вам хочу сказать, капец. Просто капец. Он все сильнее и сильнее, сильнее и сильнее. Ретардер отрабатывает хорошо. Плавненько, так нежно вообще, без всяких там звуков ада. Там, походу, с вами в тучку просто какую-то заехали. Или все уже? Снег закончился, что ли? Выехали из тучки, ребята. Ну окей. Блин, все-таки как они круто сделали переключение дворников в обратном направлении другой кнопкой. Я надеюсь, они когда-нибудь все-таки додумаются со светом то же самое сделать. Потому что вот этот дрочь по кнопкам, он очень сильно... Нихера себе, знак прям на дороге стоит. Ремонт дороги какой-то слева. Это живая прям дорога, вот прям что-то постоянно здесь происходит. Какие-то аварии, какие-то ремонты. Что-то постоянно какой-то движ идет.
А, ну понятно, деревня-то называется Суетова, то есть Суета, типа, или Суетова, там, я не знаю, как это правильно называется, деревня Суетова, наверное. Понятно, ну что такая дорога суетная у нас, а ну вот она что. Все одно к одному складывается. Деревня спит. Так, ну я думаю, можем, в принципе, выходить налево, да, пережать их. Быстро дорога так подсохла. Тут это тоже упущение зимнего мода. Ну, может, сейчас опять в тучку какую попадем. Опять Ивека. Что-то вообще на Ивека прям сегодня все ездят. Одни Ивека вижу. Что не машина, то Ивека. Девяносто ставим на круизе, потихонечку едем. Дальний все никак не врубить, хочется посмотреть, как тут дальний, конечно, светит. Но все, встречка, 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 да попутка такая живая, прям реально дорога. Трафик тут дикий. Братишки наши ездят караванами целыми, сбиваются в конвои и едут. Стояночка впереди. О, никого нету, ну-ка. Ну, неплохо так дальний лупит. Хотя, в принципе, Евротрак никогда этим не страдал, что здесь дальний свет какой-то херовый. Вот в American Truck реально, как на настоящем американском грузовике. Что ближний слепой, что дальний там вообще как здесь ближний. То есть, ну, такая вот история. Свет фар, конечно, отвратительный в АТС-ке. Ну, это и хорошо, это как бы типа как в реале, то есть я прям вообще без претензий. Москва. Эх, Москва, Москва, ребята, дальше вы меня сами, опять же, ребята, отправляете. Вы мои диспетчера, так скажем. Пишите в комментариях, куда бы вы бы хотели отправиться, то есть куда-то в сторону Питера, либо уже куда-то в сторону юга съездить. То есть там, не знаю, Саратов, Ростов, что там еще есть, вот эта вот вся территория с правой стороны, которая находится. Можете туда меня отправить, не знаю, мне как бы все равно, куда ехать. Я выбираю машину, сел, поехал, смотрю вокруг, балдею, мне все нравится. Так, здесь, конечно, немножко такая ситуация неприятная. Давай, 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 давай. Ух ты, сука, ты мне что, уступня? Да, я вообще, конечно, не понял сейчас, что было. Он меня уже начал, главное, опережать. Я включаю поворотник, он просто по стопакам дает и останавливается, и меня пропускает. Я, конечно, все понимаю, спасибо тебе огромное, дружище. Но, блин, нахера этим заниматься-то так остро и резко? Конечно, немножко, да. Ночью, блин, свои приключения тоже, ребята, бывают. Ночью вообще нужно быть вдвойне аккуратным. Так, здесь мы уходим налево. Занимаем левый ряд. Тут у нас не под светофор, как я понимаю, а так чисто. Внуково у нас справа. Так, ну у нас главная, типа же, дорога, да? Все хорошо. Там у нас никого нету. Забываем про шаланду длинную. Аккуратненько прошли, отлично. Так, ну Москва у нас, да, остается справа. То есть, как, в принципе, там по навигатору и было. Совсем-совсем-совсем чуть-чуть мы ее прям цепанули. То есть, ну вот, даже можно здесь посмотреть. Вон она, там у нас справа Москва остается на навигаторе. И мы, соответственно, сейчас уже идем в клин, как я понимаю. Ну, по одометру там где-то километров 100 нам, наверное, осталось. Сейчас проверим по навику. Ну да, 107. То есть, в принципе, как бы, да, вот четко ездить, когда у тебя машина свежая. Пробег сбросил и поехал. Звенигород проезжаем. И музыка такая. Владимирский централ. Супермаркет Билла. Ясненько. Так, 11 туз.
Да. Так, тут нам надо направо. Под желтым мы не успеваем. Да и никуда не торопимся. Звенигород не спит. Звенигород чадом. Наверное, так будет правильно сказать. Тоже, ребят, огромный привет. Кто из Звенигорода, кто из Москвы, вообще из области. Всем тоже, ребят, отдельный привет. Доезжаем мы уже практически до Клина. Шпротов вам везем с Беларуси. Хороших таких шпротов. Так, не забываем, что у нас прицепик длинный. Отлично. Можно было через заправку, кстати, срезать. Ну ладно, ничего страшного. Вообще в какой-то частный сектор заехали. Скачаруса кто-то своего здесь решил бросить прямо на дороге. Ничего не бояться. Так, не превышаем, потому что пока еще в городе находимся. Знака я не видел еще то, что мы из города выехали. Пешеходный переход. Тачка без текстур стоит. Шестьдесят ограничений. Ну, я 50 иду где-то плюс-минус там. 60-50. Ну, все, из города мы из Звенигорода выезжаем. Покидаем Звенигород. Спасибо ему. Махом мы его так преодолели, конечно. Небольшой городок, наверное. Просто сразу направо ушли и поехали дальше. Ну и все, и здесь мы уже, как я понимаю, будем очень долго ехать одни. Потому что эта дорожка как бы такая. Прям совсем-совсем-совсем местная. Где-то вообще занесенная. Там даже снегом переметы какие-то по обочинам есть. Поэтому на дальнем можно спокойно здесь поливать. Солнечногорск, Клин. Ну да, идем в том направлении. Это у нас на Москву дорога. Пустая. Тоже особо торопиться не будем. 90 до хера. Давайте 80 поставим на круизе. Дальний вырубим в повороте. Чтобы никого-никого там не ослепить нашим красивым светом косоглазого Мерседеса. Подсвечиваем обратно. Ну да, здесь вообще никто не ездит. То есть вот прям... Заметно это на самом деле. Ой-ой-ой, извини, дружище. Не увидел я тебя. Вот такие повороты здесь еще, ё-моё. Нужно быть вдвойне аккуратным. Вот гололед прихватит на тормозах и покатишься вниз. И привет, отбойник. Благо у нас... Дорожка-то вроде ничего, хоть и принесенная немножко снегом, но идем ничего, нормально, нормально. Автомат там, конечно, херевает, туда-сюда скачет, как сумасшедший. Но все равно пробуксовки имеются. Ты какой-то перекресточек у нас тут имеется. Автомойка, но нам это не надо. И оживленная дорога уже пошла. С Москвы, видимо, едут. Ну, мы ее объехали, как бы немножко срезали. Можно было тоже там, в принципе, поехать. Но мы немножечко по другому пути с вами пошли. Так, ну что, поехали. Зеленый у нас загорелся. Удивлен, что прямо светофора нет, конечно. Сразу в правый ряд прицеливаемся. Отлично. Дурыкина. Интересное название деревни. Ну, вот деревни, наверное, это городок какой-то, типа поселок городского типа. Либо город вообще. Здесь вот движ какой-то пошел. То есть по трассе едешь, там у нас суета. И здесь Дурыкина. Все нормально. Потихонечку идем. Перекресток магазин. Заезжаем в Солнечногорск, ребята. Режим в светофоре желтого мигания. Отлично, отлично. Люди даже гуляют, офигеть. Шинки без текстур, ну, бывает. Площадь какая-то местная здесь. Люди спят, а мы тут на грузовиках ездим.
Тоже в желтом мигании. Ой, как хорошо, вообще прекрасно просто. Без проблем прям прошли все это мы с вами и покинули Солнечногорск. Так, вижу, уже впереди у нас моргает точка финальная разгрузки. Видимо, там... Вот я не знаю, что там. Либо какой-то распределительный центр, либо это прям конкретно магазин «Магнит». Потому что просто написано «Магнит» и все. Вот «Клин» у нас впереди написано. Въездная стела в «Клин». Красиво подсвечено, так прикольно. Ну и тут уже, ребята, надо будет посмотреть. У нас впереди светофорчик, поэтому потихонечку, потихонечку оттормаживаемся. О! Ха! Перешел в желтое мигание, прикольно. Так, у нас где-то слева разгрузка, я тут еду, пизжу сейчас, как заболтаюсь. Так, нам вот куда-то надо здесь налево, как я понимаю. Вот она, разгрузочка наша здесь где-то, да, с правой стороны. Ну и в 12 часов прям, ребят, мы с вами приехали. Вообще хорошо. Хотя нам надо было с вами приехать к 5 утра аж в понедельник. Ничего себе, мы с 5, с 5-часовым запасом, ребята, приехали. Вот это да. Вот так вот работает Алюф Logistics. Бордюры эти долбаные, которые я цепляю. Так, ребятки, ну что ж, будем, наверное, тогда мы где-то здесь вставать, и там уже будем думать, как нам разгружаться, не разгрузит, не разгрузит нас, не знаю, я думаю, конечно, вряд ли. Но, тем не менее, ребята, мы с вами доехали. Мерседесик хорош, прям вот вообще идеально он себя показал. Я думаю, что я еще на пару видео с этой машиной останусь, но там уже будем, опять же, читать комментарии, смотреть, куда вы меня будете отправлять. Туда я и буду, соответственно, ездить. Ну, а так, ребят, на этом все. Спасибо всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, поддержите меня, подпишитесь на канал, вступите в группу ВКонтакте, не знаю, подпишитесь на Инстаграм, у меня там 800 подписчиков уже целых имеется, мало ли, там вдруг до 1000 когда-нибудь добью. В любом случае, ребят, спасибо вам всем огромное за поддержку, вы подписываетесь, и мне прям даже реально приятно стараться, я вижу, что число подписчиков растет, и я еще больше сам себя подстегиваю что-то интересное и занимательное для вас снимать. Все, ребята, пока-пока, увидимся.